Всем привет, ребята, и вы на канале Алан ТВ. И сегодня мы поговорим о новом Бравл Токе. О новом новогоднем Бравл Токе, когда он, возможно, выйдет. Также мы рассмотрим посты, на которых есть много пасхалок. Поэтому сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем приятного просмотра. Погнали! Итак, первое мы рассмотрим вот такую картинку, которая... было опубликовано Supercell совсем недавно, но на этой картинке есть очень много пасхалок. И сейчас мы все эти пасхалки посмотрим. Так, первое, что мы видим, это мы видим Спайка, и он расследует какое-то преступление. Вот здесь какое-то преступление случилось. И сразу возле Спайка мы видим такую, это как бы печательная машина. Или, ну я не знаю. Мы перевернем картинку. И посмотрим, здесь, конечно, плохое качество, извините, но там такая фраза, как B13. И эта фраза уже несколько раз появляется в постах. Например, вот на этом посте мы видим вот этого робота, и если приглядеться, то здесь пишет B13. Также на новом посте, который мы тоже рассмотрим, вот здесь появляется робот. И этот робот уже на нескольких постах, то есть не только на этих трех, на нескольких тоже есть. Так, давайте вернемся вот сюда. Дальше здесь мы видим опять роботов, то есть, ну не знаю, что-то связано с этими роботами. Вот картина здесь. Также у нас есть циферки. И давайте их всем по порядку скажем. Так, первое у нас 4, 7 и 7. У нас две семерки. Одна вот здесь, другая вот здесь. И не знаю, может это, не знаю, тоже какая-то пасхалка, может 7 числа тоже что-то случится, не знаю. Так, теперь холодильник. Давайте посмотрим на холодильник. Здесь мы сразу видим в холодильнике банку грифа. Это отсылка к грифу. Дальше у нас здесь атака Пока. Вот такие музыкальные ноты. Или я не знаю, как сказать. Дальше здесь мы видим вот это, ребят. Я думаю, что некоторые подумали, что это Рика. Но, ребят, возможно, это новый бравлер. Возможно, это не точно, но это может новый бравлер. Возможно, Supercell уже нам показывает нового бравлера. То он типа вот так вот выглядит. На самом деле не знаю, но может. Так, дальше вот здесь у нас вот такая вот штучка. Это отсылка к кэшу. Дальше, вернемся к холодильнику. Наверху мы видим пиццу. И с ней, я думаю, тоже будет что-то связано, потому что она уже не раз появляется... в постах, то есть на других постах тоже есть такая пицца. Дальше вот здесь у нас стол всякое и холодильник. Здесь у нас что-то разлито, какая-то слизь, или я не знаю, что это такое разлито. Не знаю. Здесь у нас нож, может это тоже с чем-то связано, нож. Ну что ж, мы пересмотрели этот пост, нашли много таких крутых пасхалок. Теперь мы рассмотрим вот этот пост. Это новый пост, где нам показали новую пассивку на Лолу. И сейчас мы это все рассмотрим. Так, ну первое, что мы видим, это, конечно же, робота. Также мы видим, что здесь что-то снимают. У нас зеленый фон. Вот здесь, типа, они вот так стоят на зеленом фоне. А на экране уже они ставят фон. То есть здесь что-то снимается. Так, здесь мы видим, что Лола уже в разных позах. Здесь она вот так стоит, а здесь вот так. Вот так. И она хилит Белль. Также здесь у нас разбросаны всякие деньги. Мы видим база, режиссер Баз. Так, кактусы у нас здесь. И на самом деле я не замечаю здесь других пасхалок, как робот. Вот, мы видим робота. Ну что ж, ребят, мы рассмотрели все посты, нашли так нормально пасхалок. Сейчас поговорим, когда может выйдет Бравл Ток. Как мы знаем, прошлый рождественский Бравл Ток вышел 13 декабря. Тогда у нас было 13 подарков. И я думаю, что где-то 11-12 числа у нас появится новый Бравл Ток. То есть это где-то в субботу и воскресенье. Мне кажется, вот этого дни. Поэтому я думаю, что в эти дни нам ну что-то покажут. Там Бравл Ток или еще какой-то посты, там где будет много пасхалок и так далее. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы поставили лайк, подписались на канал. Также прожали на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также советую подписаться на мой инстаграм. У меня есть свой дискорд. Там я частенько общаюсь, играю. Поэтому, кто хочет со мной поиграть, пообщаться, присоединяйтесь в дискорд-сервер. Ссылка в описании. Ну, я с вами прощаюсь. Ну, а всем удачи и всем пока-пока.